сколько лет, сколько зим. Challenge Мин Машин, или как-то так называется эта фигня. Гонка на выживание. Будет у нас по кругу будем мы кататься. Посмотрим, какое место у меня получится получить здесь. Пока что идет загрузка. Начал карьеру в данном виде гонок. Изначально понравилось и решил поснимать для вас, ребята. Может, и вам зайдет. Возможно, вы в принципе играли и решили посмотреть, как кто-то другой играет. Можете сказать, какие у вас результаты по этой игре. Меня интересует, вы как играете? Я играю на джойстике. А вы на руле или на клаве? Как вы играете? Мне довольно интересно. Итак, всего две позиции и три круга. Вот как-то странно и обидно. Надо его, значит, крушить сразу. Попытаться, чтобы вернуться вперед. Потому что с меня такой водила. Да, вот именно такой. Потерял концентрацию. Ну, попробую теперь этого чудило догонять. Может, его запустить. Или попытаемся. Ну, давайте посмотрим. Если будет от меня удаляться все дальше и дальше, то смысла не вижу. Медленно прошли. Финишируйте первым. Как я тебя финиширую первым? Давай заново играть, что ли? Перезапустимся. Надо его сбить. Сбить его. Тогда смогу финишировать первым. Вот так вот. Давай, давай, давай. О, красавчик я. Выходи, выходи на арену. Вот его. Вот так вот его. Чувак вылетел, я его раскрутил. И теперь нужно стараться просто ездить по трассе ровно. У меня хороший запас, не вылетать с трассочного поля. Вот как на грани только что я был. Так. Ёб твою ж матушку. Откуда вот тут шины нарисовались? Блин, на этой трассе, я в шоке. Я хотел по красоте показать, как я умею. Там обычно ж красно-белые вот эти вот полосы, по которым можно гонять. Они вот эти вот шины. И как мне теперь его догнать? Я в шоке. Ну, тем я уже первым не финишировал. Перезапуск. Будем играть, пока я не финиширую первые. А как мы увидели, это реально. Просто надо чувака развернуть. Вот на повороте. Сука, он меня сделал. Я его хотел ударить. Короче, надо сразу при первой возможности вот при старте. В прошлый раз я туда ударился. Это походу вечность будет. Вот так вот. Будем.
Ничего так чуть, но он сзади там телепается. Главное, чтобы впереди не давать ему обойти, да и все. Казалось бы, как все просто, да? Ой-ой-ой-ой-ой, как он некрасиво обошел. Как же он некрасиво. Масштаба тебе. Газуй, я первый. У меня есть пиц. Ха-ха-ха. А он решил так выехать. Ну все, я его дважды на одном и том же повороте выбил. Ничего себе, он нитро включил, чтобы меня догнать, представляете? Откуда у меня такие силёнки? Ну так вот, я умею иногда играть. Еще один круг, ёпсель-мопсель. Карась ты дикий. Не сраку. Твою мать, ну как так? Как я смог вылететь? Никогда, походу, не выпадет. Два круга первым. Третий круг вторым. Прикольно. Сейчас мы будем называть. Сейчас мы должны тут его выбить. А мы должны были его выбить. О, у меня хороший занос. И я его сейчас. Так как же ты так сумел, а? Выровнять. Еще и оторваться так сильно. Газуем. Да, надо перезапускать. Это вечность будет длиться. Уже который раз пытаюсь ее пройти. Фубер 89, а мы не сюда. Опа, он тоже восстановился, как я. Подонок. На. Я благополучно расслался. Да как же так? Ты меня заебал, блядь, уже. Пиздец. Погнали. Мне остается только его выбивать. Оп, я газунки включал. И все, батя впереди. Ну, осталось мне не прошлять его. Просто играть нормально. А я-то умею прошлять его. Слава богу, мы уже
Руки начинают труситься, когда я в повороты вхожу такие. Запас прочности у меня есть. Вот здесь хотел пёк, когда я его тоже так выбил, повыделываться. Его врезался тупо в шину. Повыделывался один фраерок. Теперь я уже стараюсь не выделываться. Но он-то меня догоняет. Так, ребята, у меня еще есть один круг. Он меня догоняет с каждым поворотом. Главное не вылетать. Да ёб твою ж мать, блядь. Как же так? Вот одно движение не так, я уже вылетаю. И он меня быстренько догоняет. И последний поворот, я его вхожу хорошо, как по мне. Я должен финишировать первым. Есть. Я первый. Аж не верится, с какой... какого-то раза и на 3 секунды только. Да, продолжить нажимаем, продолжить. Мне аплодируют. Так, надо спецовой проге сказать, что я выпил водички. Все. Напоминает мне прога, что, короче, надо пить водичку. Это было сложно, ребята. Ну, с 10 раза или с 25 мы с ней справились. Посмотрим, что сейчас за загрузка, или новое нужно выполнять, либо старое. Не знаю. Так, это выполнено. Это я не могу зайти, надо еще вот это выполнить. До новых выпусков к выполнению «Глотни пыли».